Под Екатеринбургом наркоман носился по улице с ножом и кричал «Слава Украине!». Еле стоящий на ногах неадекват устроил настоящий переполох. Периодически псих выкрикивал украинские лозунги. Прохожие испугались и вызвали полицию. Парень, лучше достаньте оружие, он долбоёб. Нож положи на землю! Нож на землю! Брось нож! Брось нож! Нож положи, говорю. Руки за спину, на колени. На колени! Слава Украине, говно, блядь. Уебище, блядь. Вот, блядь. Будете слава Украине, говно, блядь. В камере, блядь. Авторитет. Я еще туда, блядь, парням скажу нахуй, там будете там, блядь. Слава Украине, уебик, блядь. Передам весточку, блядь. Приехавшие сотрудники задержали мужика. Гражданам тоже дали поучаствовать в задержании. Оператор так вообще, похоже, вжился в роль полицейского и до конца мероприятия вел увлекательный репортаж. Ты что, все сняли, все нормально, все правомерно. Нож вон выбросил. Вот с этим ножом он бегал. Слава Украине тебе, блядь. Зихай, слава Украине, какой-то орёт, ну, блядь. Нож-то надо пронять, чтобы забрали, парни. Вон он. А, нож-то?